Yeah.
Иначе. Потому что, ну об этом скажет Катя. Потому что я хочу эту песню, не так начну, в прошлом году мы поздравляли с днем рождения нашу любимую Татьяну Степановну. А в этом году она, к сожалению, ушла из жизни, и очень хочется подарить именно ей эту песню. Я чувствую, что она все равно с нами, и светлая ей память. И пусть эта песня прозвучит в ее памяти. Она очень любила русскую песню. Глупой лоскуток,
из репертуара Изабеллы Юрьевой. Цыганская таборная песня. Скучно, грустно мне, девчонки. Виновница торжества. Валерий Кихта. Концерт для оркестра русских народных инструментов «Смоленские кадрили».
русская крестьянская свадебная песня «Рыбушка, стеблянушка». Лили.
адресовая песня Ивановой дочке. Дорогие односельчане, сегодня у нас с вами настоящий праздник. И каждый из нас внесет частицу этого праздника, частицу музыки себе домой. Представляете, не часто приезжают к нам такие коллективы. А вы бы знали, какой это замечательный коллектив. Один из лучших в России. Особенно большой благодарностью я хочу обратиться к Игорю Михайловичу Донину. О нем можно говорить бесконечно. Но я заострю ваше внимание на двух вещах. Во-первых, с приходом Игоря Михайловича коллектив расцвел всеми цветами радуги. Посмотрите, какие красавицы, какие красавцы сидят в этом коллективе. Поздравляем вас. Еще буквально я два слова скажу раз. Игорь Михайлович, придя управлять этим коллективом, он не остановился на этом. Он поднял всю область. Представляете? Все вот такие пацаны, и даже наши, приезжали к ним, потому что он организовал конкурс сначала областной. Все музыкальные школы, все школы искусства приезжали. А в конце, на гала-концертах, он пробивал, представляете, весной пробить какой-нибудь хороший зал. Он привел лучшие залы Санкт-Петербурга, с того, чтобы эти самодеятельные пацаны вышли и сыграли в капелле. Представляете, как это здорово для наших сельских ребят было сыграть в капелле. И еще один момент. Когда-то мне очень хорошо известное всероссийское хоровое общество, так вот Игорь Михайлович возродил его. Теперь это всероссийское музыкальное общество. Спасибо большое, которое помогает юным музыкантам, юным талантам. Спасибо вам, ребята. А праздник пусть не кончается, как можно дольше.
Если здесь прозвучит и красивый мужской голос. Стихи Михаила Матусовского, музыка Тихона Хлебникова, романс Ладвина из музыкального фильма «Верные друзья». Поет солист ансамбля песни и танцы «Белые ночи», домофицеров Западного военного округа, лауреат и дипломат международных конкурсов Андрей Быковский. Приданым.
Человеке соединяются такие вот вещи, которые не всегда свойственны артистам. Вот артист, он либо талантлив, либо хороший человек. А вот Катя, как-то вот все это объединяется. Вот, это человек потрясающей талантливости, потрясающего такого настоящего профессионализма. И, конечно же, это просто душевный, хороший, добрый, настоящий человек. Поверьте, я об этом знаю, потому что бывал с ней в разных ситуациях, там и от больших сцен там показали, и вот в Сирию мы с ней летали. Между прочим, очень себя хорошо показал. Это единственный человек, который мне позвонил и не задавал вопросов. Спрашивает, куда поедем? В Сирию? Да, я лечу, все. Для вас поет Екатерина Баринова. Стихи Наума Лившица, музыка Вадима Бибергана. Черем. Черемуха, черемуха.
Спасибо большое. Из репертуара Аллы Баяновой стихи на пев неизвестных авторов «Белое танго». Если ножки для спойду, места хватит всем. Мы с тобой весною бело светим. Пригласить на свой творческий вечер. Знаете, это большое событие. Я припоминаю несколько таких событий, когда я был приглашен в театр музыкальной комедии, когда мой ученик пел главную партию в оперете, когда моя ученица пела партию Травиаты в опере Верди, я тоже был приглашен. И сегодня вот такой случай. Это просто в разных жанрах. И такого жанра сердечного, душевного еще поискать нужно. Катя, я тебе хочу пожелать
хорошего и доброго творческого пути, потому что не секрет, никто не может сказать из деятелей искусства, что это легкие пути, это очень трудные пути. Но пожелать, чтобы это было все легче, интереснее, продуктивнее, и вот чтобы результат был такой, что ни одна критика, ни одна критическая статья не могла бы, понимаете, найти изъян. Вот все так славно и так профессионально и так грамотно, понимаете, мы никогда не можем понять, что в детские годы какой путь дальше сложится. Ну, у Кати, как я припоминаю, а на будущий год будет 20 лет, как Катя закончила у нас обучение. 20 лет, да. И мне кажется, что у тебя очень рано сложился творческий путь. Это было видно, потому что ты не потеряла ни одного года. Ты все время шла вперед и дошла до такого замечательного концерта. Уважаемые зрители, вот у меня с собой подарочек. Я сегодня смотрю вот эту сумочку, и что-то мне показалось, что вот такая она золотая, и что она Катюшка. Спасибо большое. Борис Александрович, спасибо. Дорогие друзья, позвольте еще представить дорогих и близких людей. Вы с некоторыми уже были знакомы на прошлом концерте. Ансамбль казачьей песни «Гунаки» тоже здесь с нами сегодня. Уже влюбились в нашего Федоровску. Валерий Павлович, встаньте, пожалуйста. Вот эти песни для вас. И в нашем зале здесь вы... Заслуженный артист Российской Федерации Кузнецов Юрий Александрович тоже пришел к нам на концерт. Я безумно благодарна. Спросила, как пройти к кинотеатру «Великан». Она могла спросить это у любого другого встречного. Она вот так могла улыбнуться любому другому встречному. Она бы могла швырнуть все свои веснушки, ни одной не оставив про запас любому другому встречному. Но она спросила меня. И улыбнулась мне. Все свои веснушки, ни одной не оставив про запас, швырнула мне. Вы скажете, ну и что? Спросил, как пойти в кино. Ну как спросил? И как улыбнулась? И как засыпала меня веснушками? Вообще-то как перо встречного. Но встречным-то оказался я. Я ей ответил и не посмел сказать спасибо. Спасибо за то, что спросила. За то, что улыбнулась. И она не взяла обратно свои слова. Не взяла обратно свои
не взяла обратно ни одной веснушки. Все, можете. Пресс-секретарь казачества. Дорогие друзья, вот пока Людмилочка Ивановна идет, я хочу немножко рассказать, что судьба свела с Юрием Александровичем и с Гунаками не просто так. У нас буквально на следующей неделе, 1 апреля, будет премьера спектакля-концерта, посвященного жизни и творчеству одного казачьего поэта Николая Дураверова. И милости просим, казачий ансамбль «Гунаки» будут спевать песни. Да. И Юрий Александрович, и я, еще одна моя коллега Екатерина, мы тоже там принимаем участие, ждем за честь. Приходите, пожалуйста, будем всех-всех рады видеть. И вот Людмила Ивановна, это наша фея, наша волшебница. Сейчас вы с нами поймете. А говорят, что русское искусство умирает. Нет, никогда не умирает. Течет реченька, течет реченька, бережочек точит. Молодой казак, молодой казак, атамана просит. Коня ведут, конь голодный.
создание – это просто ангел. Ангел. Хоть она меня любит как будто всю жизнь, но это не важно. Сколько и как, да, как будто бы. Вы знаете, мы с Валерой благодарны судьбе, что в нашей жизни есть такая замечательная актриса, певица, человек, женщина, девушка, вот этот ангел. Катя, с днем рождения! С днем рождения, Светла! Ты знаешь, обычно как говорят, а я вот не смог такой ответ нам петь. А ты смогла. Браво, ребята, молодцы. Вы доставляете прекрасное удовольствие всем нам, но, естественно, этой замечательной событии. Дорогие друзья, Валерий Павлович, микрофон оставьте. Постойте секундочку, уж еще. Не могу не представить еще раз заслуженный артист Ингушетии Андрей Панин, солист Михайловского театра Валерий Корженский. Спасибо вам огромное, дорогие мужчины. Раз вечер повернул ненадолго в стезю воспоминаний. Простите, и я, как участник этого концерта, не могу не вспомнить о том, как познакомился с Екатериной Бариновой. Я познакомился здесь именно в оркестре «Метелица» наших концертов, когда ее впервые услышал. До этого я ее фамилию слышал, но никогда ее сам услышать мне не доводилось. И когда вот прошло несколько концертов, на которых она исполняла разные песни с оркестром «Метелица», я убедился в том, что, конечно, технические возможности этого человека, этой артистки, удивительно многогранны и обильны. У нее репертуар самый разнообразный и очень сложный. Это, надо знать этот репертуар, надо все время хотеть его обновлять, и надо обладать определенными техническими возможностями, чтобы этот репертуар исполнять. У нее же уникальный голос. Она владеет как минимум тремя вокальными манерами. Народно-песенной, эстрадной и академической. Поэтому репертуар многогранен, поэтому она и звучит так интересно и очень выразительно. Она настоящий мастер-профессионал. Но профессионал – это ведь не только тот, кто технически совершенен, не только тот, кто владеет техническими приемами, средствами более-менее большого количества, но еще и тот, кто музыкален, тонкий, разносторонний, чуткий. Это удивительный человек, и к тому же поразительные человеческие качества. Доброта, отзывчивость, застенчивость, искренность. Именно из слияния человеческих и профессиональных качеств рождается настоящий артист. И когда он творит, тогда наступает настоящий праздник музыки, праздник искусства. И сейчас музыкальное выражение такого праздника прозвучит. Владимир Ваишов. Пир на весь мир! Thank you.
праздникам, а и юбиляру, и виновнику торжества надо работать. Поет Екатерина Баринова. Украинская народная песня «Иванко». Никто не танцует в одиночку. Танцы танцуют как минимум парами, вдвоем. Значит, наши именинницы, вернее, наши виновницы торжества, наши новорожденные, тоже нужен партнер. Андрей Быковский. Стихи Олега Левицкого, музыка Виктора Темнова. Московская кадриль. Россияне, моей души, а не в моей.
нашего торжественного праздничного концерта, нашего вечера, прозвучит музыкальная пьеса, которая является своего рода музыкальной визитной карточкой нашего оркестра. Стихи и музыка Евгения Дербенко «Метелица». Нашего Федоровского поселения. Гостяне и гости. Я, наверное, не ошибусь, если от имени односельчан скажу огромное спасибо Катерине Викторовне и поздравлю ее от нас всех. Еще два слова попрошу внимания. Вам понравился концерт? Давайте мы этот концерт март месяц, Катин день рождения, сделаем ежегодно. Это первое. Мы уже как праздник День деревни в сентябре, давайте мы внесем эту программу культурных мероприятий. Пусть она называется как отчет или бенефис Катерины Бариновой. А? Катерина день? Нет. Как-нибудь назовем по-другому. Потому что она должна войти в культурную программу, чтобы мы могли как-то финансировать. Понимаете, да? Потому что я там. Поэтому Катерина
утро, мальчик. В следующем году уже на законных основаниях будем отчет вести с прошлого года. В прошлом году родился этот праздник. Вот первую годовщину мы отпраздновали. И дальше продолжим. Спасибо. Оркестру делится огромное спасибо. Благодаря Кате теперь про нашу деревню и знает уже далеко-далеко, за пределами. Спасибо! Дорогие друзья, еще от всей души очень хочется поблагодарить всех-всех-всех сотрудников Дома культуры и, конечно, директора Дома культуры Изотову Татьяну Александровну за помощь, большую-большую помощь и веру во все наши начинания. Дорогие друзья, еще раз всем огромное спасибо. Вот смотрите, что делают, да? Я готова. Казачья старинная песня «Лети, пташка». Ляти, пташка, канарейка, ляти в гору высоко, сядь на яблоньку да кудряеву, ой, сядь на ветку зеленую. Яблоньку да кудряеву, ой, сядь на ветку зеленую, сядь на яблоньку да кудряеву, сядь на ветку зеленую, да пропой ты. Редко так бывает.
дорогие мои друзья, любимые, необыкновенные, самые лучшие, самые прекрасные зрители на всем белом свете. К сожалению, всему приходит конец. И наш концерт также подходит к своему финалу. От всей души всех благодарю, всем низко кланяюсь. Спасибо вам огромное, что оставили свои дела, хлопоты и пришли этот вечер провести вместе с нами. И специально для вас еще одна песня. Домой, довези меня домой, на речке, да быстрее.